Доброе утро, друзья. Доброе утро, мои хорошие. Хочу с утра попить кофеёчек. Вот, и потом заниматься делами. Потому что что-то ночка какая-то такая, сон был такой, знаете, вроде и был, ну какой-то такой некрепкий, поверхностный. Вот. Так надо взбодриться и приступать. Потом что-то делать, и кушать надо готовить, и поубираться надо, короче, всего надо, не знаю что. Спрашивали у меня девочки, как называется кофеварка, девчули, обыкновенный просто эспрессо, я не знаю. Дело в том, что это там даже не спускаюсь на паркинг брать коробку, ничего, потому что эту кофеварку мы не покупали именно в магазине, а это внутрисетевая. То есть получается, там, где мы берем воду, там же это их и кофеварки. Вот так вот. Да, кофеварка классная, классная такая пенка, то есть варит кофе капитально. У нас хоть и есть такая большая, где она сама мелит зерна и все, но вот эта капсульная нам больше нравится. Мы ту упаковали, спрятали, вот, хотя ее нужно было бы хорошим делом взять и продать. Нафиг она не нужна. А я стала покупать этот безлактозное молоко. Буду потихоньку, хочу потихоньку отходить от молока. Ну, растительное что-то я пробовала, и соевое, и рисовое, и миндальное, какого хочешь, не нравится мне. Но мне вообще сложно, потому что я очень любитель молока. Я и так сама по себе, вот раньше, когда жарко, стакан холодного молока, очень люблю. Ваше здоровье, девочки. Сейчас бахнуть буду, что-то делать. Стало мясо размораживать, да и попылесосить надо, потому что шерсти кошмар какой-то. Ой, с этими животными просто ужас. Мальчишки мои пошли, сегодня Даня не пошел в школу, пошли с папой в поликлинику делать прививку от столбняка. Максу нужно по работе, потребовали. Вот, а Данилу я, если честно, очень сильно переживаю, прям очень-очень, потому что я уже рассказывала, да, о том, что у меня Данил же не привит. Дело в том, что мы его чуть не потеряли. Это было, конечно, для меня очень страшная такая... Я как вспомню, это вообще, ребята, в 3 месяца, получается, Данилу сделали ТДС. Да, и повторюсь, кто не слышал. Вот, и у нас начался отек квинтки, и атопический дерматит, и вакцинальный стафилококк. О, боже, у меня ребенок гнил, у него кожи вообще не было. Он был вот просто в сплошные вот раны. Вот когда, да, содрешь кожу, как на сбитые коленки, да, в детстве. Вот, он весь был в этих коричневых корках. Ой, с ним такой был, он постоянно задыхался, постоянно на вот этой вентиляции. Все. Ну, в общем, это был просто какой-то кошмар. Ой, я и судилась там. Ну, в общем, у меня были очень такие... Мне сложно сейчас говорить, не буду впадаться в подробности, потому что я начну плакать. Это было, конечно, была жесть. Еще, получается, Максим ушел в рейс с Даней такой, потом Юля заболела. И я, представляете, с 2 детьми одновременно лежу в этом, в больнице,
Один в одной палате, другой в другой. Ну, короче, это было очень. И, в общем, нам на некоторые прививки Даниилу дали пожизненный медотвод. Вот. А на некоторые прививки я просто сама запретила и все, и не прививала его вообще. Вот. То есть это вот была, скажем так, одна единственная прививка вот в его жизни. Нет, врут, это вот какую-то в роддоме, да, делают в ручку. Ну вот, в общем, то, что сделали ему в роддоме, и вот одна единственная неудачная вот это вот была АКДС, и все. И больше у него прививок не было. И вот это будет его сегодня первая прививка. Господи, хоть бы было все хорошо, но уже мальчик взрослый. Все, надеюсь на то, что уже иммунитет, а ему хватит. Все, ну, потому что я считаю, что я против всех прививок, но я считаю, что для мальчика столбняк нужно сделать. Так что, в общем, мальчишки мои пошли на прививки. Максу надо было 15 числа тоже идти делать прививку, третью дозу. Я его не пустила. Я его не пустила, говорю, давай будем или работу менять, или что-то давай будем делать, в общем, что-то принимать. Потому что на работу, в общем, категорически не берут без третьей дозы. Вот я знаю, что мне сейчас многие напишут, да, потому что среди моих зрителей есть, да, которые мне уже писали, говорили, что уже и третью, некоторые уже и четвертую дозу кололи, да, моя Руся тоже колола. Ну, я не хочу. Не хочу, тем более вы видели, да, что у него варикоз, вот из-за этого очень боюсь, чтобы ни тромбоза, ничего. Ну, в общем, у каждого свои забобоны, каждый для себя то, что видит, то и делает. Я против этих прививок. Я и себя не давала колоть, меня и ни одной не сделала, и не сделаю. Вот. Я вообще не понимаю даже те люди, которые там, опять же, есть такие, да, которые, ну, мы же общаемся в личных сообщениях, которые там колят тебе прививки против гриппа, против там вирусов там, или еще что-то. Ёлки-палки, мы все же жили, нам что, раньше кололи какие-то прививки от гриппа или раньше другой грипп был? Я вас умоляю. Всегда одинаково люди болели и в сложной форме, и в легкой форме. Точно так же от этого, допустим, от гриппа, что меньше людей умирало, чем в этот коронавирус, который раздули. Нет. Ну, вот, я против. Не знаю, как это, что оно будет, но. В общем, как-то будет. Я говорю, батя, давай, ты у нас один, ты что, сейчас все на тебе. Ну вот, не дай бог, где-то что там, мы должны тебя беречь, ты у нас должен быть жив, здоров и энергичен. У нас уже похолодало, вы как заметили, да, я уже напялила свою тужурку, уже даже одеяло подоставала, эту ночью я спала уже под одеялом. Мальчишки, правда, мои уже несколько дней назад попросили одеяло. Мы еще с мамой спали под махровыми простынями, а сегодня уже под одеялком. Вот, вчера вам начала сняла, как делала завтрак, все это. И, в общем, и потом вот. Не хочу и все, не захотелось. Вчера занимались только выходным днем, но именно сами для себя. Сделали завтрак, позавтракали, потом то играли в покер, то пошли погуляли. Все это Максим говорит, что ты не взяла камеру? Я говорю, я хочу просто отдохнуть, хочу просто провести с вами время. Если мы идем вдоль улицы, да, я хочу, чтобы мы шли все вместе. Так получается, чтобы меня не отвлекать, они все время идут впереди или сзади. Я, в общем, с камерой. Я говорю, нет, давайте
Давайте уже побудем все вместе. Вот, так что вот так вот. Чего-то я подустала, подустала я от съемок, от всего. Надо, наверное, немного отдохнуть. Может, сегодня сейчас приеду там. Да пойдем, не знаю, посмотрим, что там. Может, к морику сходим. Ну, в общем, что-то будем делать. Не знаю, что, но лишь бы, знаете, там, сказала кума, да, бы дома не была. Так это про меня. Куда-нибудь, лишь бы только не дома, потому что я сейчас понимаю, что если он уедет на работу, это все. Это опять гайки, это опять вот это посиделовки дома, вот это стирка, уборка, готовка и сидение дома. Потому что когда Макса как-то нет, ничего не хочется, никуда не хочется, ни это. Нет. Такие вот, в общем, у меня дела. Ладно, ребятушки, все, пью кофеек, начинаю немножко этот расхламить надо, хочется тут и полы протереть, и все, потому что я так не люблю вот это, я вижу, когда я вижу уже капли, ну, короче, у меня уже такое начинается заскок в этом плане, что нужно, чтобы... Все это вчера вымыла холодильник, единственное, что у меня хватило силы, потому что когда вот это вот остаются следы, допустим, от кастрюли там мокрые, ну, что-то такое вот, или где-то что-то мокрое поставили, когда вот именно полки не блестят, меня это так выбешивает, в общем, вчера немножко покрутилась, правда. Вот, потом вечером ходили. У нас же футбол, у меня Макс вообще просто двинут на этом футболе. Это сейчас же начался чемпионат мира по футболу. Это, я не знаю, вот напишите в комментариях, есть у кого-то такие же крыштечные мужья в этом плане. Это и у нас еще получается что-то не может, ну, в общем, не показывают дома, и так и не нашли, не настроили, ничего. И он каждый день он ходит смотреть, ну, хотя бы его там любимые вот эти сборные. Он ходит в спортклуб, в общем, туда. И там смотрит футбол. Ну, мы вчера вечером уже пошли вместе, мы пошли. Вчера вечером играла Испания, Германия. То, в общем, там болели, переживали, нервничали. Ну... Я говорю, я люблю такой футбол. Шоу, когда ты гол за голом, такой весь, все эмоциональное, когда там 1-0, это такое неинтересно. Ну, ничего. Так что, вчера, в общем, я от вас немножечко отдыхала. Все, обнимаю вас, ребят, буду заниматься делами. Всем хорошего дня.